Предметы с отпечатками войны. Сколько боли и отваги скрывает каждый из небольших фрагментов, представленных во фронтовых картинах Народного музея. По крупицам тут удалось собрать такие живые эпизоды одного из самых сложных периодов для нашего города – героической обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Наш музей, он является интерактивным. То есть здесь каждый предмет, он не только хранит тепло рук конкретных людей, вот, его еще можно потрогать, его можно еще примерить на себя, вот, почувствовать себя в какой-то степени, может быть, участником тех событий. Вот, поэтому любой экспонат, который передается нам сюда в музей, он является ценен именно своей бесценностью в материальном изложении, но бесценностью в том, что он является хранителем истории. С тех времен и до наших дней Севастополь и его земли все еще хранят память военных лет. Так, во время реконструкции Большой морской сотрудникам музея-заповедника Херсонес-Таврический удалось обнаружить уникальные предметы – фотографические пластинки до военного времени, которые после изучения было решено вручить Народному музею, среди экспонатов которого как раз-таки и был старинный фотоаппарат. Мы с огромным удовольствием пополняем коллекцию вашего музея, тем более, что у вас такой уникальный фотоаппарат. И эта коробочка и эти пластинки явятся великолепным дополнением вот к такой общей экспозиции. Помимо фотографических пластинок, коллекция Народного музея пополнилась штык-ножом к винтовке «Энфилд», саперной лопаткой советского производства и несколькими стеклянными бутылочками 1938-1939 годов. Мы выбрали для себя, как партнера, как друга, для дальнейшего сотрудничества Народный музей Севастополя. И принесли сюда несколько предметов. Пусть пока еще находки эти небольшие, но тем не менее для этого музея это достаточно интересное пополнение. Одним словом, это такое начало большой, я думаю, музейной дружбы. И я сегодня не случайно применяю слово «коллеги», потому что даже очень маленький музей, даже Народный музей – это большое дело по сохранению историко-культурного и патриотического наследия нашей страны и нашего города. Все, что сегодня передали Народному музею, станет прекрасным дополнением к уже существующей экспозиции. На некоторые позиции стеклянные фотопластинки, коробка для их хранения вместе с ретро-фотоаппаратом, возможно, станут поводом для открытия нового зала, главной темой которого будет кинотеатр. Алевтина Игнатьева, Андрей Вовк, новости Севастополя.